Здорово, здорово, всем здорово. Мы продолжаем проходить Dark Souls Remastered. Значит, что? Поднафармил я тут душ, чтобы прокачать определенные статы. Потому что мы сейчас попробуем идти на босса, который называется Четыре Короля. Там забава у этого босса в том, что одно кольцо мне не снять, а второе, которое ты... Мне вот это вот желтое, короче, не снять, кольцо защиты и поддержки. Оно поднимает статы и так далее. И вот это вот надо, придется мне кольцо снимать, чтобы попасть в бездну. Оно пригодится, то, ну, вот это вот кольцо забавное. Артрекс или что-то такое. Ниже. MR.Тост. Вот, кольцо. Здорово, Тост. Кольцо Арториаса позволяет путешествовать по бездне. Вот мне придется это кольцо там напяливать. Так что посмотрим. Посмотрим, что получится. Кинопредира. Я в больницу, ложитесь спать. Окей. Скоро ляжем. Скоро все там будем. Научился магией пользоваться. Штука забавная, но в принципе не пригодится. Еще одну пуху себе вкачал. Не знаю, посмотрим. Может быть, пригодится она. Она чуть посильнее дамажит, но у меня стамину сильно сбивает. Нам, короче, идти туда, где привидение. Да, в прошлый раз я, в принципе, до туда добежал, но к боссу заходить не стал. Сейчас мы туда и идем. Короче, примерно до конца боссов, наверное, штук 7, по-моему, осталось. Примерно так. Ванар Лондо вот тут прикупил великанские вот эти вот доспехи. Посмотрим, может быть, и их придется снять. Так, ну погнали. Приблизительно знаю короткий путь, как добраться до этого босса. Сейчас будем всех привидений, короче говоря, игнорировать. По идее, босс не очень сложный, если выучить его атаки, как обычно. И главное, его быстро замудохать. Проблема его в том, что... Так, мне вот сюда... Проблема его в том, что он, если ты не успеваешь его забить, то он начинает других боссов, короче, призывать. Так, и теперь вот сюда. Да. Отсюда, по-моему. Угу, вот сюда. От этого товарища. Я не знаю. Ну давай. Давай убьем. Блять, стенку долбанул. Какой противный урод, а? Клещи Местос, как обычно. Так, наверх, да. Потом отсюда вот сюда. Здесь такая жижа была в форме дерьма. Так, отсюда потом мы двигаем вот сюда и сразу к боссу. Все, ок. Че, меня через эту шнягу мочат. Зашибись, нет, надо валить. Надо идти ниже. Так, ну давай, наверное, подкрепимся. Для начала. Теперь пялим кольцо вот этого Арториаса. Я бы хотел посмотреть, как у меня перс будет двигаться без кольца Хавала. Потому что шмотки-то на мне довольно-таки тяжеленькие, да. Но я попробую, конечно, сначала его так завалить. Чтобы дамага сильно не получать. MR.Тостер. В спину как крыс ударил. Да пиздец. Наверное, надо еще быстрее бежать, чтобы они не успевали за тобой. Причем через туман треснули. Никогда такого я еще пока не наблюдал. Ладно. Хуй бы с ним. 8 фляжек.
Эстус я поднял на плюс 4. Вот, и отсюда, короче, мы падаем в бездну, кольцо надето. Все, если кольцо даже во время боя снять, то тебе скажут, иди нахуй, чувак, ты умер. В бездне нельзя без кольца. Поехали. Так, ждем появления первого. Их будет 4, если долго его мудохать. Не попал. О, жира-то у нее, я смотрю, прилично. MR.тост. Темно, однако. Да. Причем, короче, тут ключевые боты, я смотрю, часто в темноте ты с ними бьешься. Так, ну вроде один отъехал. Давай, киляемся, смотрим еще. Нет, ни хрена он не отъехал. Щит Хавала, в принципе, мне вполне помогает. Блять. Ладно. Держать удар, короче. Давай, 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 лупи. Половину. Половину я снес. Где второй? Сейчас или один, или два должны появиться. Я не вижу, где второй? Вообще нихера не видно. Они типа появляются с промежутком что-то в 30 секунд, по-моему. Так, вот он. Давай, топим к нему. Да хер тебе. Блять. Белльфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольфа. MR.тостер. Контроль с ним лучше. Так, ну окей. Вроде исчез. Килимся, что есть. Осталось добить. Немножко осталось. Но у него жира прилично, я смотрю, у этого босса. Но у меня щит прикольный, в принципе. Ну и алебарда тоже свое. Решаю. Сейчас я его замудохну. У меня тупо стамины что-то маловато. А так ничего. Не, ну слушай, хорошо то, что и больше не появилось. Он тупо по одному. Я по скорости успеваю его замочить. Че, где? Там осталось-то пару ударов. О, нарисовался. Хуйня. В щит пришло нормально. Давай, раз, два, готово. Фу. Не зря качался. Дальше мы чё? Дальше мы идем к велих, к этому, как его, к ситу. Человечности даже подкинули. Ногой сит, чувака зовут. Здоровенный дракон. Ну, палим костерок, вся херня. Сюда, в принципе, больше не надо. Кольцо Арториуса тоже мне не нужно. А мы перемещаемся в Аннерлонда. Да. Короче, когда я завалил двух боссов, которые Смоук и Орштейн, Бабенция дала, короче, мне этот, как его, дала чашу. Эту чашу я в храме огня возложил на алтарь, и с помощью ее открылись некоторые двери, которые желтым были помечены. Вот одна здесь, короче, находится, потом одна в склепе, ну, короче, в катакомбах, и третье в аду уже. Так вот, забава. MR.тостер. Чё то, как то изи. Так вон, видишь, прокачка, прокачка тоже, наверное. Ну, видишь, у меня еще щит охуенный. Как бы он вообще, типа, у него стабильность хорошая, и мне даже вот этот
Чувак, если треснет, короче, по щиту, у меня здоровье просто не отнимется. Так что норм. Щит Хавела, короче, качает. Качает, аж укачивает. Так вот. На этот алтарь нужно 4 души, по-моему. Вот он, не видишь, сколько сбивает? Он мне не сбивает, короче, здоровье вообще ни разу. А я их выкладываю просто как небо. Я просто вот подачи алебарды себе больше стамины сношу, чем он мне бьет. Короче, на алтарь на этот нужно 4 души слить. Вот этого ногого сита. Потом Нито, по-моему, называется босс. Что-то повелитель мертвых или могил, там как-то так. Вот эта вот дверь открылась. Потом, по-моему, Мануса, что ли. Ладно. Сначала нужно эту локу изучить. Если ты эту локацию не проходишь, то у тебя не открывается DLC. MR.toaster. 84к душ, надо подкачаться. А у меня не хватит. Не хватит душ, чтобы урон поднять. Уровень. Мне нужно теперь... Следующий левел, короче, у меня стоит... Так, а что-то кабанчик, по кабанчику урон не проходит. Его что, в жопу надо долбить? В прошлый раз я его только по сраке, блядь, убил. Так, давай стамину хотя бы восстановим. Слушай, кабанчик-то серьезный. Я у него просто ему на урон не наношу. Ну, он хотя бы отъезжает. Колечко надо назад, больше-то кольцо не пригодится. Кольцо надо назад Хавела напялить, чтобы я себя покомфортнее чувствовал в этих шмотках. Эстус пока прибережен, надо костер до коста добраться, его возжечь, причем, чтобы, ну, десятка падала Эстуса. Я маленько затупил душу, короче. Бабы одной, которую я отыграл. Убийцы. Надо было ее не в эпоксы тратить, а костер выжигать. Я бы мог 20-ку поднять в храме огня. Блять, а какая падла. Ты смотри. А хуевое решение было тут пить. А в Анорлондо я, по-моему, и не сидел, да, возле костра. Побежали заново, чё? Да, прямо отсюда. Души восстанавливать. Так, а Анорлондо? Чё ж с кабанами-то дело? Чё-то они борзые какие-то. Может быть, попробовать их чисто физухой долбить. Есть у меня тут меч, который я вкачал. С хвоста дракона, который упал. Второй, который упал с хвоста дракона. Где-то тут он был у меня. Вот меч, просто меч дракона. А есть здоровенный такой. Вот, большой меч дракона. Я его зачешую драконию прокачал. Штука борзая. Но он что-то это... Много у меня стамины жрет. Хотя примерно чуть-чуть так же, как и алебарда. Ладно, посмотрим. У него урон не очень это. Не очень длинный. Алебарда в этом случае поприкольнее будет. И главное, сейчас опять на кабанах не отъехать. Скор, 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 спасибо за донейшн. Скор, 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 thank you for donation. Лента, привет, хорошей игры. Здорово, Лёк. Спасибо за... Да, да. Спасибо за пожелание хорошей игры. Ты как там сегодня? Выходной, работаешь? По сравнению с алебардой, вот этот меч, короче, он, в принципе, чуть-чуть сильнее дамажит. Можно, конечно, как вариант попробовать еще драконью чешую поискать и надавать им
посильнее ему статов. Ну, хуй знает, как она, где дропается, я уже забыл. Я ее просто как-то, по-моему, находил чисто случайно в игре. Хотя, можно тупо загуглить. Так, вот здесь порося была. Единственное, когда я нормально убил хряка, это когда у меня был меч, и я ему прямо в очко засандалил. У него, по-моему, единственное не бронированное, это очко. Ну, блин, вместо 65, короче, я ему сношу, блядь, 67. Это что-то как-то вообще... Что-то как-то слабовато. Я его так буду, блядь, до пенсии калашматить. Вообще мест слабых нету. Но он медленный. Это как бы типа плюс. Пизду, я не буду щит опускать. Хотя... Давай вот так попробуем ебнуть ему. Прям в дыню. 212 урона. Тихо. Хиляем. Да ёб твою мать. Ну-ну-ну-ну. Хуяк. Все. Откис, короче, кабанчик второй. А вот у нас... кабаний шлем. Спасибо, не надо, у меня уже есть. У нас, короче, костер. Но мне нужен дальше костер, который будет. Давай мы этот запалим просто, присядем, как на бутылку. Но возжигать будем другой, потому что там ближе до этого сита бежать. Да? Кабаны больше не поднимутся, это стопудово. А мне, чтобы левел поднять, надо 120 скорей. Я тут себе намутил 135 левел, блядь. Зато типа могу и магией пользоваться, и хуяги, и шмотки любые таскать. Пришлось пофармить, а что делать? Некоторые игру заканчивают примерно на 75-м уже. Походу я перекачался трошки, блядь. Ладно, хуй так. Это мой первый соузлайк, так что... Как говорится, он будет комом. Маленько. Угу. Ну, с этими по-любому щит нужен. Потому что они вот такие у нас. Хоть и ебашится с одной подачи, но все равно. Пидоры противные. Так-то меч борзый, но алебарда, конечно, пошустрее лупит. У него замах большой. Да, я их типа по урону, короче, не вывожу. Короче, практически я его зря качал. Есть мечи, которые можно, в принципе, усилить, улучшить, но они типа по урону с алебардой хуй сравнятся. Ну чё, где они? Где мы мегапуха? О. Походу мне с ней до конца игры бегать. Сдается. Куда вы, блядь, все беретесь-то, а? Из-под тяжка вечно хуярит. Бля, мне бы сейчас не отъехать. Ах ты гнида ебаная. Я хоть сохранился тут неподалеку. Пизда, только он успел на ступеньки подняться, тут же опиздюлили нахуй. А, давай. Как вернуть лифт? Че, блять, на диске на этом надо покрутиться? Сука, они напоминают мне советские эти диски, чтобы вес сгонять. Стоишь на нем и крутишься как мудак. Во, тянем рычаг. Я у мамы лифтер. Ебать, кстати, высоко ехать. Ну давай.
Короче, бесявые вот эти вот клопы мелкие. Они выскакивают в основном сзади, блядь, со всех углов на тебя. Надо как-то думать их ебашить. Кто стреляет, кто... Так, вот, вот типа того. Не то, что как бы их много, а то, что они, блядь, долбят в разные, с разных сторон в тебя. Угу. Все, с него что-то выпало. И мой меч кристалл. Меня. Слабовато. О! Сейчас бы я того не заметил. С одной подачи, Лёк, ты смотри, какая падла, а? Там еще маг, надо про это не забывать. Торопился я дух поджимать. Блять, ну, чуть-чуть да пизнет какая-нибудь гнида. Я работаю завтра с утра. Бля, херо. Ну ты там эти, выходные будут, ты мне звякни. Погудим, как теплоход Михаил Тарас. Ууу, так вот. Я смотрю, они начали мобов мешать. Сломанная подвеска. Я его даже из-за щита не вижу. Отъехал, хорош. Что за сломанная подвеска? MR.Toaster. Лёша, ты в трансформатор захотел поиграть? Да, заебись бы трансформатором. Стоишь себе в ебенях и гудишь. Охуеть. Блять, эта падла тоже через щит лупит. Раньше они отъезжали с одной подачи. Ага. И он, короче, блять, куда-то портанулся. Он сейчас будет сверху на меня стрелять. Стопудово. Он там стоит, пляшет. Ай, ай, ай. Надо мага ебнуть сначала. О, здрасте. Любят они сзади нападать. Бля, я сейчас походу отъеду. Блять, я отъехал. Вот этот сильно со спины пизданул. Второй добил. Ладно, не будем, не будем выжигать здесь костер. Все-таки надо с пятеркой пробираться. Это длинная локация. Причем даже к тому боссу, к которому я иду, вообще не в ней. Он типа дальше. Он на улице даже. Но DLC не срабатывает, если ты не прошел эту локу. Чему так, я херный. Так, второй слева будет еще. Вон, пидорок. А че, я не попал? Не попал же вроде. Ну, окей. Я не врубаюсь, то ли они мне через щит хуяют. Чему здоровье падает? Получается, через щит ёбают. Так, давай-ка за колоннами лучше. Блять. Долгий замах. Я вот что думаю, давай-ка мы попробуем курагой потрясти. Я так хотя бы поактивнее буду. Блять, вы серьезно? Пизда, я и душу проебал.
96 тысяч улетело в очко просто. Надо эти атаки этих гомиков учить. Вот тут. Короче, одеваемся обратно, короче говоря. Че это? Великанскую какую-то херню таскал, да. Великанский сет. Пизда всем душам нахуй. Заебись. И человечности. Вот так и качайся тут, блядь. По-моему, тут единственная возможность прокачаться, это, блядь, только после босса. Либо фармить. Причем после босса ты в основном максимум, я посмотрел то, что с боссов ты получаешь по 60 косарей, по 50. А что делать, когда у тебя потом, допустим, левел за 70 косарей становится? Тебе просто не хватает этих душ. И ты ебашишь новую локацию, чтобы получить пизды. И проебываешь все души. Вот так вот я, короче, тут урон получаю. Короче, главное не торопиться. Как обычно. Удар в щит. Атака. Так, тут еще один. Давай-ка вот тут мы его ебнем. Алекс Гугл, а зачем тебе качаться дальше 70 уровня на обычный НГ? Ну да, я тоже так думаю, то что у меня уже вообще достаточно. Кого надо, в принципе, я уже и так заебенен. Главное только понять, как. Ах ты, ебаный урод, блять. Вот чем сложны эти мобы. Они на тебя скачат прям, блять, хуй знает откуда. И выебывают четвертуху здоровья. Охуеть, у меня 4000. MR.тостер. Как говорится, а почему бы и нет? Да ну, мне кажется, это у меня по идее, чтобы 60 косарей, ой, 120 тысяч, короче говоря, чтобы поднять один левел. Мне нужно два босса подряд заебенить, не просрать нигде души. И тогда у меня только получится один левел качать. В принципе, у меня на магию все. На эти, как его, на доспехи все. Здоровье, в принципе, дохуя, ловкости тоже. Что не особо важно сейчас. Кач. Так чисто, знаешь, по фану. Кто-то говорит, что когда нехуй качать, можно качать интеллект. Ну, типа, чтобы магией покруче пользоваться. Так. Эти ребята что-то дохуя сносят вообще. Мне это начинает не нравиться. Где там это? Два пидора тут было синих. Угу. Вот один. Там второй где-то должен быть. Вот второй ползет. Ты бы, блядь, так в рядок ставить. Вот. Не знал, что у них еще такие атаки есть. Треугольный щит кадуцей. Ну, как очередная херня, короче. Я не знаю, пока круче щита Хавла, мне ничего не встречалось. У него заебись вообще по дамагу, он просто... Чтобы мне не ёбнул щит, короче, он, в принципе, почти все удары держит. Бля, во поста. Бьешь одного, я второй мочит со стрелы. Давай, быстрее, блядь. Ну-ну-ну. Ладно, хоть так. Пизду, наверное, этого клоуна лучше обойти. Надеюсь, там никто сзади не бежит. Хули стреляй.
Так, смотрим внимательно. Вот там еще один. Две фляжки осталось. Ого! Подниматься еще высоко. Там на балконе костер. С этой стороны сундук. Я не знаю, я сейчас никаким сундукам не доверяю. Я лучше сначала ёбну, а потом... Потому что эти мимики... Дело такое. В принципе, можно хер забить на того. Сразу подниматься на лифте. Но вдруг там что-нибудь прикольное будет. Костер, по-моему, там вряд ли. Но все же возможно. Их два. Давай их подманим, наверное. Вот как-то так. Чё? Чё у меня стрел? Кто-то топает. Ладно. Пизду, когда две фляги осталось, лучше не рисковать. Дотянулся. Попаду. Попал. Ну-ка давай. Я тебе врыла, сраный урод. Вот он, кто топал. Полетел бы на тех двоих, с этого бы урон прилетел. Ну, щит, короче, решает. Прям тема-тема. Вот, пожалуйста. Ну и чё, и чё? Слушай, теперь за мимиков даже три куска дает. Символ алчности. Рыцарский щит кристалл. Чё за символ алчности? По-моему, это шлем такой, да? Да, это шлем. Ну слушай, прикольный. Можно видеть сундука, бегать с языком. Там у него 21 было, а у меня 27. Чуть повыше. Ладно, ёбаем дальше. Не думал то, что с мимиков тоже лут дропается какой-то. Восславь солнце. Спасибо, но потом. Мне вообще вот туда... Вот, нет, даже не сюда. Далеко не сюда. Мерцающий титанит. Теперь его прям выдают, я смотрю. Ладно, пошли на второй этаж. Я вот что думаю, если я пользуюсь часто алебардой, то есть ли резон качать ее на плюс 6? Надо по статам посмотреть, по-моему, там уже сильно не поднимется ничего. Типа это максималка. Ну, почти максималка. Какая-то херня, все покрыто. Ну ладно. Сейчас бы кабанчика не встретить. Тостер. Можно тогда щит затачить. Да, кстати. У меня уже есть на щите плюс один, и он точится тоже с помощью титанита. Мерцающего это.
Я думаю, да, если заебись этого титанита наберу, то можно по Шурику портануться и прокачать его. О, иди-ка сюда, иди сюда. Вот этих палачей надо фармить. Мерцающий титанит плюс 2. Я вот их тогда в этом... Как она называется, херня-то? Искал их полости. По-моему, тут у нас ногой Сид сидит в первый раз. Но ты типа замочить его вообще никак не можешь. То есть я сейчас просру 16 душ и никак их точно не могу вернуть. Такая вот локация. Да, вот он. Мне его потом пизды надо давать. Сейчас пока мне вообще как бы... Вынужденная смерть, короче. Потому что лупить его надо по хвосту и по пузу. Но мне к нему не подойти. Если проклятие. В принципе, если вот эти вот кристаллы, которые спамят, если мне так вот будут урон наносить, то я вполне могу дать ему пизды. Когда вы прокляты, ваше здоровье сокращается вдвое. Чтобы снять проклятие, требуется камень очищения или помощь целителя из нового лонда. Камень очищения, по-моему, у меня есть. Камень очищения. Это вот. Шикардосненько, чё. Выжигаем, но вот этот тоже костер мы не этот как его не будем поднимать. Мне еще дальше нужен костер. И все, короче. Этого надо. Гомосека ебнуть. У него ключи. Вот. Там второй стоит. Да? Да. Длина шеи. Кальмары пошли. Ну, на поначалу, как они мне, блядь, стамину сшибали. Бля, его надо догнать. Ну, давай. Бля, ну я не успел. Да не туда ты. Блин, он они вдвоем забрались, я не успел их заебень. Печально. Возможно, они мне больше не дадут туда подняться. О. Ладно, надо лупить кальмаров. Опа, а ты стоит, что тут? Это тоже снизу спустился. Что-то кальмаров дохуя. Пушку подбросило, забавно. Ой, второй, слушай, спустился. Вроде он. Да, одного я ёбнул, короче, а второго типа не успел. И он сюда припёрся. Там потому что такая платформа, по-моему, да, вот. Они на нее забираются и все, потом тебя просто скинут, и ты мертвый. Я так понимаю, чё, мне надо вниз вот эту музыку сраную остановить. Типа того. Thank you.
что-то тут какой-то вот замес вот этой вот башни, по-моему, в четырех ключах. Они где-то вот в этих комнатах расположены. Смотрим, короче. И вот там вот вроде эта дверь не открывается, если ты четыре ключа не найдешь. Хм, как-то так. Угу, что-то и дохера там. Давай по это. MR.тост. Блин, ну наркомания же чистой воды. Ну типа того, да. Что-то не очень, у меня их задамажить получилось. MR.тост. Но затягивает. И ты так и в принципе больной. Я смотрю. Потому что у него какие-то вот эти, знаешь, типа здоровенные кальмары, гигантские эти как его, мидии какие-то. У него часто в играх я заметил, ну потому что тут на днях смотрел спидран по второй Dark Souls, третий Dark Souls. Часто там такая тема есть: засандалить здоровенный кинжал в жопу животного. Это чуть ли, блядь, там, по-моему, не каноном серии считается. Ну вот, допустим, в первой, стопудово я даже это делал. Я кабану здоровенного, ну вот этого металлического кабана пропердолил клинком. Потом ты типа дальше идешь, короче. Тоже можно. Бэкстэвы, короче говоря, тоже, если ты делаешь, что ты, по идее, жертву свою рашишь в этот, в спину. Но с животными, по-моему, это что-то ситуация как-то вызывает озабоченность. Так, вот тут дверь никак не попасть, но, по-моему, она открывается где-то тут. Кальмар. Опа. Ну, они, в принципе, не сложные. Так, а давай-ка мы через калитку попробуем. Вот так. Ну, уже получше. Мне бы того тоже как-нибудь ебнуть, во, ништяк. Нахер рисковать. Угу. А это на этаж ниже. Да? Походу. Ладно, рискнем. MR.тост. Ё-моё, он еще и по животным точно больной. Так вот, это странная хрень. Навязчивая какая-то у него идея животных кинжалом в жопу тыкать. Так, дополнительный ключ в архивах один. По-моему, вот эти ключи я собираю. Алибарда. Тихо, 570 чистого урона. Ага, я здесь дошел, там спрыгнул и оказался вот тут. Все норм. Надо вот туда. Музло, по-моему, выключаешь, и ты... А, 4 ключа, там какой-то чувак в темнице сидит, ему типа помочь надо. Вот, я вспомнил. Это, по-моему, сайд-квест какой-то. Но музло надо выключить, чтобы, короче, по-моему, кальмары не спамились. Что-то такое. Ну, тут можно шарашить прямо это, прям толпой. Либо это те, которые не дошли просто до меня. Я отсюда ползу. Странно. Когда делаешь ноги, как на видосе, там чувак есть. Тут пока нету никого. Не знаю, можешь попробовать музыку выключить. MR.тост. Лестница. Да, лестницу я видел. Чудо, изобильный свет. Успокаивающий свет. Это магия.
заперто. Вот эту вот, чтобы калитку открыть, короче, тут чувак должен сидеть. Хозяин впереди. Нужно 4 ключа, и вот я один собрал. Почему чувака нету, я пока не в курсе. Сейчас я поднимусь на эту лестницу. По идее, у меня лестницы всего две. Одна там наверху, вот там где-то в ебенях. Вторая здесь. Но кальмары не спавнятся. Спасибо и на этом. Музло, музло какое-то гипнотизирующее у них. Я не знаю, тут я никаких дверей ничего не вижу такого. Ладно, потыкали на лестнице. Тут локация тоже не маленькая. Так, как забраться? Давай. Уже 12 тысяч насобирал. 18 забрали. 12, короче, мобов нарубил. Стоять. Сука, мне вот килится. Опасный момент. До одного дотянулся. Короче, ебать, за стаминой надо следить. Еще одна подача, побегу заново все. Блять, прям в щит долбанул. Они еще кусаться любят быстро. Так, ну ладно. Две лучше сожрать, коль такая пьянка. Ключ от гиг двери в архивах. Второй ключ. Окей. Ключ от гигантской двери в архивах. Вот. Гиг двери. Че это думаю? Причем тут гики? Зло закончилось. Кина не будет. Ну давай вниз. Точнее наверх. Сейчас еще раз надо будет к решетке подойти. Гигантская дверь в архивах, ну, я бы эту дверь гигантской не назвал, она такая же с роста человека. Нет никакого чувака. Может, он потом появится, когда я все 4 ключа соберу. Слава богу, музло вырубил ух. Она мне тоже мозги подзаебала. Ладно, поперли наверх. Да, мне кажется, 4 ключа я найду. Потом только сюда надо будет возвращаться, чувака спасать. Там у него за дверью еще что-то находится. Он типа квестовый какой-то. У него сайт-квест, по-моему, не очень длинный, но выполнимый. Угу. Доп-ключ какой-то я еще использовал. Большая душа отважного воина. Окей. Окей. Ну, туда как-то брякнуться можно. Но очень опасно. Чтоб душонку эту собрать. Не будем рисковать. Тем более в таких доспехах. Снимать их. Ну, хуй. Так, ну что, единственная дверь, точнее лестница, которая, по-моему, идет в большую локацию, да? Вот в той большой локации должен быть где-то костер. Угу.
ключ от гигантской двери здесь почему-то используется. Значит, я что-то путаю. Ладно, в рот ебать. Эти псины уже тут не светятся. Мне примерно вот туда надо. Там, где все в кристаллах. Только весь этот замок придется сначала пройти. Тут у нас подстава, вон там один хер торчит. Вот так вот делается. Давай, бей. Ничего с них что-то не дропается. Стальные мечи какие-то пососные летят и все. Там, по-моему, парочку магов и какой-то замут с лестницами, по-моему, да? Да, вот он, маг. Надо его сначала... Пляж это неугарно, конечно. Тоже нарко... Блядь, ну я не успел его ёбнуть. Так, где он? Угу. По сути-то его надо два раза ударить. Хорош. Это тот, кто нужен. Успел. Вот здесь, по-моему, у нас. Блять, как быть-то? Надо мага заебенить. А мне до туда не добраться. Так, давай-ка мы выманиваем вот этого сначала в коридор. Сука, там второй еще постреливает, мудаки, а? Ну, а теперь он не достает, зато маг достанет. Вот сюда давай. До костра вообще понты как бы. Надо только эти пережить понты. Хиляемся. Что делать? Так, вот как на ту сторону перебраться? Ну, явно не так. Значит, надо в обход идти. Либо вниз спускаться. Вот этот пидорок может, конечно, куснуть хорошенько. Давай-ка его. Да, заебись вообще. Тут поменьше мобов-то не может быть на квадратный метр. Бля, где же лестница? Точнее, не лестница, а... По-моему, я шел. Нет, это мобы, я их не мочил. И тут тоже не пройти. То ли вот здесь костер на балконе, то ли в той комнате. Соседней. Давай туда спустимся, я не знаю. Надоели решетки в заперте, охота смотаться с этой обители наркологии. Ну ты потерпи немного. Тебя же ненадолго положили-то, не на всю жизнь. Так, так, так. Надо шестрее, короче, как-то этого мага валить, блядь. Все, подох. Блять, они шарашат со всех сторон просто. Надо еще ниже спускаться. Так, там тоже не... Вот он, костер. Короче, надо вниз.
на предел. Как он достает? Потом меня ждет инъекция. Ну, я тебе говорил уже много раз, то что кодировка не помогает. Блять. Пизду, я так не добегу до костра. Так, отъехать можно. А, по-моему, маги не возрождаются. Отдыхаем. Теперь. Надо человечности бахнуть еще одну единичку. Вот так. Зажигаем костер. Обратить опустошение, возжечь вот это вот все говно. Выхода нет, все зашло слишком далеко. Ну, смотри сам. Раз выхода считаешь, что нет, то делай как знаешь. Так, ну и все. А, выход с этого замка вот тут. Давно бы сиделись. Тут их же недавно кишла, бля. Вот здесь, по-моему, выход. Он закрыт. Надо какой-то или рычаг поискать, или что-то такое. О, прискакал первый. Ну теперь-то уже похуй, в принципе, у меня 10 фляг. Да спасибо за согрев, 200 рублей, бро. Ничего страшного. Так. Отсюда лучники пропали. Короче, в принципе, правильно сделал, что побежал прямо сюда. Да, зато маг, блядь, нарисовался. Но его явно надо ебнуть. Давай тогда. Понятно. Они как-то мобы эти переместились. Вон этот. Они как будто попадали, что ли, или что-то в этом роде. Так, все вроде, да? Давай наверх. Вон там откуда-то шарашит. Вон он стоит. Или они возродились заново все? МР. Тостер. Ты же у костра посидел, вот они и переместились. Ну, в принципе, да. Они, по идее, должны были... Ну, когда я к нему только бежал, они на меня типа агрились. Бежали все на меня. Но лучников, если я правильно посчитал, было, по-моему, четверо. Или трое хотя бы. Двое типа с одной стороны, двое вот здесь сидели. Главное, чтобы маги не зареспавнились. Они что-то меня бесят вообще. Мудацкие мобы. Да, вон оттуда он шарашит. Надо пытаться успеть, короче, догнать его и ёбнуть. Потом дальше его искать, потому что не часто они дают по себе дважды ударить. Где он? Под этажом выше. Откуда лупит? Так, вот оттуда. Нихуя он забрался. Надо еще определиться, на какой он стороне. Оттуда я наверное, в ту попаду. Да. Ебаные маги, короче, респавнятся. Поэтому их надо, типа, с первого трая проходить. Чтобы нормально исследовать локацию.
Ладно, будем тянуть пляжки, как говорится. Надо же, достал. Так. Так. Вот отсюда я, наверное, туда не смогу выйти. И, по-моему, если ты крутишь вот это вот пизню, то у тебя обе лестницы перемещаются. Сейчас, кажется, получится до второго мага добраться. Ладно, давай сюда пока пробежимся. Нихера тут нету. И с той стороны тоже. Ну, тут есть проход. Прямо вон туда. Причем на той стороне, по-моему, вообще ничего нет. Да, блядь. Он с другой стороны, что ли? Походу, хуй я угадал с этими магами. Надо обратно лестницу вертеть. Либо он перемещается. Просто в тупую ёбнуться на лестницу, наверное, я просто подох. Хотя... Пизда ему нахуй. Давай быстрей, добивай, гандон, он съебал. Вот ту сторону. Ладно, я его догоню когда-нибудь. MR.Toaster, он не перемещается. Так, тут что-то есть. Волшебство критической магии какой-то. Он не перемещается, но мне нужно, получается, в соседний зал, чтобы покрутить лестницу. А, хотя можно и здесь ее крутануть. Да. Поднимаемся наверх. И мы оказываемся прямо перед ним. Чтобы дать ему пизды, наконец. Так. Все, с магами the end. Теперь... Можно посмотреть, что у нас тут вообще в целом в обоих комнатах есть. Я еще потому что тут не все смотрел. Где-то должно быть, по идее, два ключа. Вроде как. Запутано как-то все тут. Через жопу. Так, вот я в этом зале не был, по-моему. Внизу. Давай смотреть, как отсюда выбраться только вниз. Я второй половине не был. Тут все дохлые, по идее, я с одной должен пробраться во вторую половину. Да хуй там, они не связаны. А, нет, слушай, вот тут я не был, да. И тут получается проход, короче. Какой-то лифт. Ну, давай, тянем, потянем. По идее, он должен сейчас вот эти две платформы соединить. И он будет сквозной. И он едет наверх. Сейчас мы тут, короче, все осматриваем, но пердолить надо на самый верх. Тут был.
Я, блядь, запутался. MR.Toaster. Ты тут был. Угу. И вот этих вот, да, я еще говорил то, что типа ты мочишь одного, тебе сразу же второй стреляет. Я же отсюда с этого зала сюда и зашел, получается. Но давай дернем рычаг, чтобы подняться наверх. Вы знаете, может прокатит. Что-то меня вообще куда-то в ебеня везли. Ну ладно. Так, стой. А, ключи. Тан-тан-тан-тан. Отмычка не то. Ключ от темницы в подземелье. Северное прибежище не то. Уже город глубины, изация, новая Лонда, ключ печати, то ключ от клетки не то, ключ темницы в архивах, вот один доп ключ, ключ от гигантской двери. Что-то мне сдается, я даже только один ключ нашел нужный из четырех ходов. Я не знаю. Это тут я с этим ситом мочился, что ли? Блять, этот пидор опять тут. Заебись. Может, с ним что-таки можно что-то сделать? Ну да. Чего тогда тут ключи вообще не вдупляют? Костер отрезан на других, перенос невозможен. Охуенчик, чё? MR.Toaster. В библиотеке по левой стороне на самом верху пробегись. Это там, где лестницы крутятся. Или там, где патефон лобал. Угу. Я открыл какую-то шнягу. Но. Я хуй знает, нужно ли мне туда вниз падать. А вот бы. MR.Toaster. Где ты первый раз ударил два гомага на лестнице? Я попробую сейчас эту тему найти. Мне сдается, что я тут охуенно запутался. Я как-то могу мне безболезненно просто спускаться, нет? Лестницы даже нету нихуя.
ни одной вообще. Придется в тупую падать. Две зеленки почему-то пропали. Но я так подозреваю, что они внизу, если они пропали. Куда-то же, блять. МР. Тостер. Кувырок в кончи, надо жать. Когда падаешь, ты ниже. Мне бы сейчас тут не отъехать. Уплыву. Эти ребята подохли. Ай, бать, опять фляг, нихуя нету. Там NPC никакой не сидит. Да? Там он с такой, со здоровенной шляпой должен быть. Как он Кун Лао, блядь. МР. Тостер. Да если выносливости хватит. Вечность целую дали. Ёбнусь. Ну я смотрю то, что человечность дает, короче, когда лупишь новых мобов. Когда носишься по одной и той же локации, хуй тебя не человек. Ну типа мобу ее нельзя напарнить. Печаль. Хозяин впереди и все. Здесь вот NPC должен сидеть. Заебумба, чё? Лекс, это Р. Ты же в курсе, что если бронь не качать, то она хуже Хавела. Ну, у меня как бы, я могу в броне Хавела бегать. Мне это позволяет. Просто он тяжелее становится. Броню пока не качал. Если броню качаешь, там что, прям статы сильно растут? Тут мне кажется, что не очень. Так, вот тут они немножко подохуели. Как он попадает мне? Пидорас. Сука, я сейчас в библиотеке окажусь, но там уже полный вообще, блять, атас будет. Опять три фляги и куча мобов. Лекс, это Р. У тяжелых сильно. Ладно, как-нибудь у этого кузнеца окажусь. Пока прыжки ничего такого не нужно. Лекс, это Р. Да и у легких. Я как бы вообще могу, блядь, как носорог в броню одеться. Ух, ветер. А не очень понятно просто, что делать. Ключи надо собирать, эти не надо. Сразу к ситу этому идти. Или надо в библиотеке эти ключи собирать. МР. Тостер. Лекс, это Р. Перекат в конце падения, чтобы урон не получать от выносливости, зависит или от примота рук? Ну, смотря сколько у тебя выносливости. Если у тебя выносливость на нуле, зелененькая вот эта вот залупа, то какие бы руки прямые не были, ты не перекатишься. Вот где? Где я не был? Вот здесь, по-моему, да, я не был?
Как попасть? Кстати, вот еще тоже странная хуйня. LR.toaster. Там вроде от пол вастатов еще зависит, или я не прав говорю. Ну, там же как у тебя? Ты бронь не можешь таскать определенную, пока у тебя есть. ТР. Не, перекат от урона не помогает. Его обычно используют, чтоб после падения скорость не терять. Почему? У тебя же этот, как его, когда у тебя прыжок начинается, тебя никто типа дамажить не может. То есть какая-то у тебя неуязвимость тоже от перекатов есть. Иначе, а как от боссов уходить, если ты в тряпках ходит? Так, ну хер его знает, я же вроде здесь все прошел. Никаких ключей, ничего нету. И странно, почему-то я где-то здесь, по-моему, да, подох. А меня портанули аж туда, на самое начало. Уебанскому этому. Уебанскому костру, который я не выжигал. Вообще странная тема. Типа, чтобы ты больше страдал, типа, да? Обязательно должен бежать эту всю локу. Интересно. LR.toaster. Теперь с другой стороны. Так вот, мне тут никак не опуститься, ни хрена. Тут же явно не проход. Здесь тоже прохода никакого, значит, надо лестницу крутить. Типа все, я максимально тут обошел. Либо я запутался просто. Либо занимать какой-то хуйней, и надо типа вообще отсюда ебашить к боссу. Хуй забить на всякие ключи этого NPC. MR.toaster. Лестницу поверни. Подох? Подох. Там тоже некуда идти. Это мне нужно лестницу здесь развернуть, чтобы попасть туда. Тут проходы закончились. Вниз, мне тоже не спуститься. Но это самый первый зал. Мозги ебут. Что за синевато? MR.toaster. Точно там прохода нет? Где там? Вот. Короче, получается, это первый зал. Там вот, по-моему, как ты выходишь. Костер. Да. Потому что я когда выходил, пробовал на вот эту лестницу залезть маленькую. Тут тоже входа вроде. MR.toaster. Наверху. Вот тут только единственный проход. Но оно типа не соединяет два этих зала вместе. Блять, а? Строили Silent Hill.
дохилиться. Вот в этом зале, куда я сейчас бегу, там, получается, я костер зажигал. Вот там как раз эти клоуны на этих наших фанерах стоят. Там костер. Моя точка тостер. В первом зале как по лестнице поднимаешь, справа прохода нет? Хер его знает. Тут лестница крутится, получается, одновременно. И ты эту локу, насколько я понял, ты должен, блядь, ее в любом случае пройти сразу же. Здесь прохода между залами никакого. Ну, блядь, тут мобов до ебени сраки. Я просто бегаю, ищу чего-то, а сам не понимаю, чего я ищу. Хуй знает, давай это говно толкнем, может. Не работает. И чё, и чё? MR.Toaster. Как локация называется? Я не помню, что-то там про зал какой-то, там книг или что-то такое. Мне вот туда надо спуститься. Чтобы это сделать, надо какой-то то ли рычаг дернуть, то ли, может быть, книжку достать. Я не знаю. Вообще нихера. Нахуй бледво, это хуй не падает отсюда вообще. Ну-ка, может быть, его зашарашит чем-нибудь. Блять, дайте пройти хоть. По-моему, он упал. Ну хуй там, он наверху опять. Ну все, он там всегда был. В этой локации, короче, надо что-то дернуть, что-то отключить, чтобы справа вот этот стеллаж подвинулся. Так, ну окей, я хотя бы его скинул. Здесь все бежать. Что-то жопа какая-то. Просто книга в воздухе висит. И ты так забил, короче, хуй. Роман 72. Здорово, Маргулис. Здорово, Дана. Короче, я килить последний. Если тут совсем жопа, можно человечности нажраться. Вот отсюда ты выбегаешь, и вот здесь вот какая-то вот одна, один из стеллажей, по-моему, вот этот. Или вот этот, или вот который не подсвеченный. Он должен отодвигаться.
Это не работает. Может, его толкнуть надо просто? Вот тот, допустим. Где это проход должен быть? Какая-то хуета. Но явно он не полукруглый. MR.тостер. Тот стеллаж вроде где-то лестницу сломал. А не с правой стороны? Ну ладно, давай попробуем. Может быть, это говно только можно пододвинуть, когда ты этого NPC спасаешь. Может, это так работает, хуй его знает. Как его тогда спасти? Там нужны, по-моему, ключи. Но он даже там не появляется. Странная пижня. Может, сначала надо в какой-то другой локации побывать. Потом сюда лезть. Тут же тоже некоторые локи работают только после того, как ты побывал в предыдущей, там, в какой-то определенной локации. Такое как бы есть. Не знаю, может быть, рычаг надо где-то дернуть. Да, слушай, что-то такое припоминаю. Где-то должен быть рычаг. Вот в таком закутке. Ты его дергаешь, и у тебя получается, то ли открывается самостоятельно один стеллаж, то ли у тебя рычаг другой вылезает, который этот стеллаж будет отодвигать. Но его еще надо найти. Поэтому каждый закуток придется вот так заглядывать. Единственное, по-моему, единственное место, где я не был, это второй зал, по-моему. То ли второй, то ли третий этаж. Надо сначала, прежде чем лестницу крутить, здесь все этажи обойду. Но по логике вещей, этот рычаг должен быть где-то далеко и в ебенях. Чтоб ты так просто до него не добирался. Ну, типа, чтоб ты всех мобов заебенил, а потом, короче говоря, уже... Опа. Я тут был? Да. Отсюда я пришел. Так, ну все, по идее, третий этаж я обошел. Ну, блядь, тут же есть еще и четвертый. И вот там еще проход. Ебучий случай. Так, на эту лестницу, которая крутится, я могу попасть только с этого этажа, по-моему. Именно с третьего. Но я, по-моему, не рассмотрел еще здесь все закутки. Да, по-моему, я вспомнил, как это говно все делается. MR.тостер. Вот 4 этаж, весь облазь со всех сторон. Но этот рычаг, он может быть и на третьем. Его типа надо внимательно смотреть. Возможно, его даже с колонны видно не будет. Желательно типа под разными углами все это шляпу смотреть. Если мобов я тут замочил, то и рычаг, наверное, я бы заметил. В
Сука, сраный хиды так, а, блядь, запрятал где-то нахуй. Хуйню свой. Бегающий. Залупу шачкастый. Так, так, так. Это мы повернем. Давай. Вот, теперь я, короче, могу переместиться на вторую половину. Вот здесь я, по-моему, был. Но я все-таки еще раз обойду. Ахуй наны, я тут не был. Спасибо, что не мимик. Мерцающий титанит. Да, локация требует прямо полного изучения. И если ты тут... Да, не то. Если ты тут типа проебываешь, то хуяришь, короче, заново. Прям вообще все. Тебя возрождает у костра, который тебе явно не с руки. Так, я, по-моему, повернул, да? Если ты едешь на лифте, то ты попадаешь к этому ситу, которого ты убить не можешь. Сука, там у меня души, хуюши, блядь. Человечность. Там, по-моему, косарей 60 было уже. Ладно, 8. Как-то туда надо попасть. Может ли такое быть, то что предполагают, что ты возьмешь, типа, и ёбнешься, пока у тебя едет лифт, чтобы забраться вот туда. Может быть, я вообще типа на самый верхний этаж. Так, ну что, давай сиганем тут. Жизни у меня не очень, конечно, много на прыжки. Блять, вот хуй знает, я тут обходил, мне. Батя не одинаковые просто. И был ли резон вообще прыгать туда? Здесь у нас костер, по-моему, да? Не вижу. Да, вот он, костер. Короче, пизда, я запутался, нахуй. Тут у нас, ну, явно никаких на второй-то или третий этаж. Ну, второй. Так, раз, два, три. Вот туда. Четыре. Ну, на пятый, по-моему, ты вообще не попадаешь. Четвертого, получается, ты хода туда тоже не имеешь. Заебал он лязгать, нахуй. Чё крутить, куда идти, ёбаный в рот. Ну, я там вижу то, что там нету рычага никакого. Подожди.
Вот это вот, что у нас такое? Тут был. О! Сейчас мы мага ебнем. Я что-то башкой колбасит. Ну теперь глянь в одном зале. Я запутался просто, где я был. В первом зале. Вот в самом первом. Как туда даже попасть, хуй знает. На шара туда пизданулся. Блин, я же сдохну тут. MR.Toaster. Вот это первый зал. Угу. Да ёб твою мать, пух. Отлично. MR.Toaster. Где ты сейчас? Нет, пизда. Насколько я понял, сам нет смысла нет вообще туда идти пока что. Но как попасть в самый низ первого зала? MR.Toast. Кстати, почему нет чувака за решеткой? Так вот, я не знаю, почему его нет. Должен быть. Может, я чего-то не сделал. Я не знаю. Допрыгался, пидорас. Сейчас, короче, попробую ломануться сразу же в первый зал и прямо оттуда ёбнуться. MR.Toaster. Самый низ первого зала можно через костер. Нет, по-моему, эти залы между собой не соединяются. Так, души восстанавливаем. Жрем эстус. Пробую сигануть. Блять, а? Сука рваная. Гнида, он взял, добило. Вниз самого первого зала, типа, использовать перемещение костра. И, типа, это имел в виду. Это лабиринт ебаный. Который я что-то пока не знаю. Да ёбаный ты урод. MR.Toaster. Да-да-да-да-да. Ладно, сначала души восстанавливаем. Ну, быстрей. О. Только не говорите, а нет, все нормально. Так, ну давай попробуем вернуться к костру.
переместиться в первый зал. Но есть ли там искомый рычаг? Потому что я его что-то там вообще не видел. Зря я, наверное. Вот. Что, блядь, самый умный? Начинаешь торопиться, эти гномики начинают отвешивать тебе пиздюлей. А, может быть, рычаг где-то возле колонны? Нет. Нихуя. Тут, в принципе, никаких рычагов я не вижу. Тостер. Проход в первый зал пробежал. Да, я... Подожди. Где тут проход? Вот его нету. Или типа надо наверх подняться? Он там. Я не знаю, они у меня уже, короче, эти локи, блядь, они между собой сплетаются. Они уже одинаковые. Но в них фундаментальная разница. MR.Toaster. На этаж выше. Вот тут проход первый зал. Понятно, можно было не прыгать. По-моему, жопа в том, что я-то тут уже был. Да, я тут уже был. Ладно, давай смотрим еще раз. Да ебаные щиты, блять, у вас. Хуяришь, хуяришь по ним. Так, вот здесь проход. А, вот тут есть какой-то рычаг. MR.Toaster. На самом верху ты тут хорошо сотрел. Этот рычаг у нас тащит лифт, который идет сверху. Но он типа нам не нужен. Потому что этот лифт ведет к этому ситу, где я просрал уже дважды душу. Надо... все внимательно осмотреть. Может, тут где-то рычаг должен быть. Мобью переебашут, это и правда тут дохуя. Да вы охуели. Сука, ты сдохнешь, нет? Пизда вообще. Я их уже задолбался рубить. Так. Вполне же есть вероятность, что этот рычаг... Это, по-моему, у нас лифт просто вниз, да, вызывает? Просто не поддается. Да, это фишка с лифтом. Не думаю, что мне прямо в самый низ надо спускаться на этих лифтах. Где-то, я думаю, загадка вот здесь, вот в этом районе.
книги вечно висят. Бля, что делать-то, а? Хуй знает, я уже все обошел, по-моему. Два зала. Крутятся лестницы в обоих. MR.toaster. Наверху пазырь. Крутятся лестницы в обоих. В принципе, и все. Кстати, по-моему, да. По-моему, я вот в этом участке не был. Возможно. Я не уверен. Этот лифт тебя тащит наверх прямо к ситу, по-моему. Сейчас я туда в конец сбегаю. Да, это был. Этот лифт тебя до самого упора поднимает. Там и получается ты возле сита тусуешься. Может, там у него где-то есть рычаг. Это единственные два рычага, которых я тут заметил. MR.toaster. Еще выше этаж, проверь. Это вот что за рычаг? Устройство не поддается. Ну, пока спускался, вот я насколько это все увидел, как бы это все. Просто не поддается. Может, как-то механизм работает, типа, если у тебя в одной стороне опущен лифт, то он и в другой стороне тоже может появиться. Хотя, вряд ли. Это ёбань вообще. Павел Виноградов. Здорово, хлопцы. Здорово, Паша. Так, ну давай хотя бы душу отведем этого пидору, блядь, башку снесу. Гандон. Может, я вообще типа ошибаюсь. MR.toaster. В первом зале 3 этаж, посмотри. А может, типа, я вообще ошибаюсь. И типа, рычаг MR. Должен быть toaster. Вообще в другом месте. А потом и 4 этаж. Ты хуй знает, это первый или второй зал? Я уже, блядь, запутался. По-моему, это второй зал. Судя по надписи на полу, там у нас еще костер. Тут у нас какие-то проходы, короче, есть. Крутится лестница. MR.toaster. Это два. Ну, если от пола считать, раз. Вот это два. Вот это второй этаж. Поднимаешься по лестнице, ты на третьем. Но выше ты им сможешь подняться только с помощью лифта, который в первом зале. И то он тебя поднимает на самый верх. Вот туда. Только со второго. То есть с первой лестницы. MR.toaster. Это два зала. Да, я уж понял, что это второй зал.
MR.тостер. А нужно один зал. Опа. Вот тут я и не был. Блять. Ёбаная свинина. Это был второй зал, короче. Примерно третий этаж. Надо туда по лестнице спускаться. MR.тостер. Ну, слава богу. Знаешь, что фишка? Я нихуя не запомнил, как туда идти. MR.тостер. Что-то нашли. Души должны быть там, где я ёбнулся. Это факт. Короче, я этот закуток смогу найти только под определенным углом. Два за три или четыре этаж. Это получается второй зал. Блять, четвертый. А третий этаж. И надо как-то это еще добраться. Вон, по-моему, вот тот закуток. Хотя, подожди, там вроде свет не горел. Блять. Так. Крутим, получается. Подожди. Надо, чтобы почище было в зале. Чтоб я нормально смотреться мог. MR.тостер. Да, все верно, тот закуток. Так, и теперь я, получается, отсюда. По-моему, попадаю туда. Блять. Да, вот он. Ну похуй, я сиганул. Меня заебло тут уже носиться. Тихо. Блять, ну почти же успел. Так, теперь крутим лестницу. Вон там души валяются. Сейчас. Илюсь. Крутишь лестницу. Спускаешься вот там. Вниз. Я хуй знаю, что там за зал. Может быть, они еще такие же там. Ну-ка, я ебнул его. MR.тостер. А кстати, Паша, привет, просто тут жаркая дискуссия. Так, я почти его заебенил. Нормально. Почему бы не потратить, чтобы он мне, блядь, малину не портил. Так. Давай. Это какие-то странные. Переход в какие-то залы. Кстати, я так и не научился быстро спускаться по лестнице. Вот этот рычаг сраный. MR.тостер. Как я таган на магия. Давай тут посмотрим. Надеюсь, сейчас мне никто, бля, жопу порежет. Так, два сундука.
Один из них мимик, походу. Да, вот. Ой, он мне пендаля въебал. Слушай, он дикий какой-то. Хорошенько пиндальнул-то. Аж четвертушечка отлетела. Так, фальшон чар, отлично. Вот этим рычагом мы открываем спуск к боссу. Здесь какая-то шляпа. Ключ от темницы в архивах. Это вот, насколько я понял, там, где у нас чувак должен сидеть, ну якобы. Но его там, по-моему, нет. Так, ну и все. Нет, не все. Херня. И тут мы попадаем, короче говоря, вот в тот зал. Во второй, там, где я костер возжигал. Типа шоткат. Походу мимик. Нет, смотри-ка, ничего. Сидит-то нет. ТМР.тостер. Нормально, он тебе спира пробил. Угу. У худого яйца в кишках расчудились. То есть, получается, ты ищешь рычаг не с внешней стороны зала, а, блядь, с внутренней. Ебануться. Я не знаю, стоит ли в тот зал бежать. Или пойти сетому ситу, блядь, пизды дать уже. Давай, наверное, по-быстренькому сбегаем. Так, у нас этот чувак получается вот где-то в этом закутке, да? Нет, не в этом. Блять, значит во втором. Первого знает, может, он действительно появится, когда ты уже ключ находишь. Что-то они какие-то агрессивные все стали. Хотя. Так, вот. Блять, снова не тот закуток. Слушай, мне без брони даже удобнее. Они предлагают опять лестницу вертеть, чтобы в тот зал попасть. По-моему, отсюда можно, да, пробраться? Нет. Может быть, тут. Короче, надо попасть так, как я сюда зашел, в обратку. Заходил я, кажется, с правой стороны. Тут, по-моему. Да, тут. Все норм, сейчас должны, наверное, спасти чувака. Наверное. Надо было. Почему-то NPC там нету. Но там что-то лежит. Возможно, что-то полезное. Придется съебаться до туда.
Бля, он что, живой еще? Блять, это все не может отъехать, у него осталось-то понты. Грызануть успел. Ладно, еще два, по-моему. А нет, там уже медузы попрут, там уже попроще. Уж очень любопытно, что в этой камере творится. Ну а так, в принципе, все, добегаешь до костра, короче, и можно к боссу. Нет, этого NPC там нету. Хер его знает, при каких условиях тогда он появляется. Тихо, тихо, тихо. Блять, еще и мелкий. Ты-то откуда взялся? Он, видимо, сзади прибежал. По-моему, эти кальмары встанет. Даже две отъехали сразу. Ну, бля, буду здесь чувак должен сидеть. Потом мы его встречаем там, где я шутка открыл. Душа хранительница огня. Угу. Ну, в принципе, штука полезная. Типа, можно сделать эстус свой плюс 5. Все равно спасать больше некого, но одна фляжка будет хорошо хилить. Типа, больше половины здоровья. Давай-ка мы стаминой запасемся. Езду этих гавриков. Короче, до костра. Зато я теперь понял, как работает эта локация. Вся, блядь, сколько? Час, наверное, полтора. Он не за мной там? Да, он за мной лезет. Когда сюда... MR.Toaster. 61 кадуш уже. Угу. Половина. Для прокачки. Ну, за сито дают 60, по-моему. Но его же заколбасить еще надо. Тактика у него несложная. Хуярь по брюху, да и все. Главное, дамаг его выдержать. Так, блядь, дай пойти. Стульчики ебаные. Так. Неплохо я отдохнул. Стрелок в жопе. Переотдохнуть надо бы. Короче, мы к этому гаврику, наверное, попробуем по спидрану пронестись. Сейчас, погоди, я что-то че не посмотрел, что есть. MR.Toaster. Смайлик. Удачи впереди. Но, блядь, я знаю вашу удачу. Не, слушай.
радужный камень. Эти радужные камни у нас освещают путь к этому ситу. Потому что мы сейчас просто побежим в воздухе вслепую. Штука забавная. Ёпть. Я забыл, там лесенка была. Все, пизду. Игнорим этих ребят. Кроме них тут в этой локе вообще ничего нет. А сит у нас тусуется вот тут. Удачи. Спасибо, бля. Короче, как? Давай-ка мы его тут подождем. Хотя. Че его ждем? Отсюда мы спускаемся вот сюда. Потом еще ниже. Я не помню точно. Вроде как-то так. Да. Но кто-то за мной так яростно пиздует, как будто сейчас догонит. Вот тут, по идее, надо швырять эти радужные камни, чтобы пробежать по мосту. Но, я помню эту дорогу. Блять, убей, пизда. Надо его вовремя перекат делать. Закрепляем. Спидранчик. Для этого босса еще чувствую будет до хрена пробежек. Ай, блять, я застрял. Хуй меня догонит. Отсюда вот сюда, потом направо. Ждем. Свидульки. Потом опять направо. Но главное еще тут аккуратненько ёбнуться. По идее, такой же почти серпантин, как был в этом лесу. Там, где все зеленое. Останавливается. Теперь, короче, надо мартышку обмануть. А, ебаная, ты свинья, блядь. Да, наверное, перекур. 3 минутки. Я подойду.
прилетели. Че херово, то что я долго постоянно к этому дракону добираться. Почему бы ту обезьяну так же не пробежать? А попробовать. Точка, тостер. Аккуратно, Алексей, аккуратно. Да, главное аккуратно. А вот эта херня, видишь, она под углом, блядь, расположена. Если с обезьяной с этой биться, она тебя треснет, ты сразу улетишь. Будем закреплять, чё. Отсюда примерно вот так. И по идее аккуратно нужно вот так вот два прямых моста пробежать и все. Там то, что мидии будут, это все хуета. Они внизу. Давай-ка мы, наверное, пожалуй, напялимся. Вот прямо вот так. Чтобы быть бронированным и все удары судьбы, блядь, выдержать. Шмотки хава. В принципе, стамины мне хватит. Сволочей этих тоже оббежать. Ёпки, я ничего не вижу. Нахуй пошел. Чё, дадим пизды этому клоуну? Первый раз. Надо вот эту штуку разъебать. Она его станет. Но тут надо уметь прицеливаться хорошенько. Ногой сит. Дракон без чешуи. Она его станет, но ненадолго. Ладно, попробуем так ему ебануть. Понятно. Я ему дамаг не наношу, пока этот кристалл горит. А вот теперь ему можно ебашить. Короче, это обязательное условие. Стамины не хватает жестко. Но я у мужика, по-моему, сейчас сделаю. Давай. Пару ударов. Давай, давай, давай. Он подох? Да, подох. Ура, блядь. Осколок великой души. Это первый из боссов, по-моему, которых нужно обязалово завалить, чтобы игру пройти. 60 косарей за него дали. Теперь я могу качнуться. И в принципе все, в этой локации больше делать нехуй.
как раз мне на левел хватит. Хер знает. Ну вот, ребят, давай. Да. Полмиллиметрика добавили. Но лучше, чем я их просыл просто. Так, переносимся мы теперь. MR.тостер. Выносливость. Да. Первый с ним, давай. Теперь мы несемся в Ванорлонду. Там. Там. Даже башня принцесс. Сейчас мы ее убиваем. Потом переходим в другую локацию. Этот, короче, Джабахат, типа фейковый. Да, и сиську прострелил. Шац. Все, и типа у нас Ванорлонда. Меняется вообще, типа, все. Насколько я понял. Был запятнан облик богини матери. Я Гвиндолин. Твое прегрешение не останется безнаказанным. Ты пропадешь во тьме, Ванорлонда. А ты соснешь хуйца. И все. Так, в принципе, да, можно и пока разуться. Пошустрее, чтоб бегать. Все, у нас теперь темень. Жду кола, лежу контрольного для сна. Здесь все на общах, как на зоне. Ну, по-моему, в больницах всегда так. У нас этот лифт катается? Катается еще. Отлично. MR.тостер. Они просто свет выключили? Я завалил, короче, вот эту вот фейковую тёлку. Вырубили свет, но у нас, короче, из-за этого, по-моему, две локации открываются. С двумя боссами. Причем одна локация, там где зимой ты бегаешь, вторая лока, она, по-моему, коротенькая. Там босс запливый такой в длинном коридоре. Да, вон видишь, тут и на NPC, короче, мобы точнее изменились. Биться я, конечно же, с ними не буду. Обойдутся. Мне получается, надо сейчас в первую башню, где я там костер зажигал. Можно было и так, конечно, переместиться. Но не принципиально. Сейчас мы отсюда поедем. О, ты чьих будешь, холоп? Это значит, это ты, верно? Блять, я не успеваю, как бы, ваши диалоги и читать, нихуя. Норм, два удара. Прицельных два удара. Блять. Хорош. Но как? Этот человек опасен. Мастер Гвиндолин. Еще душа хранительца. Это типа эту самогу себе до 6 пунктов сделать. Неплохо. Вспомни бы, где, ну, у какого NPC-то можно поднять. Я вот не помню ни хера. Раньше можно было поднять в самой первой локации. Теперь там хуй, там костер не горит.
Вот здесь, по-моему, у нас должен появиться здоровенный туннель. Тостер. У кузнеца? Нет, у кузнеца нельзя. Тихо. Я забыл, как биться с этими мобами. Надо бы что-нибудь приодеть или... Ух, короче, мне к этой картине надо. Так, мы попадаем в локацию. Босс присыла. Хватит его за зуб. Нарисованный мир Амиармис какой-то. Так, наверное, чтоб холодно не было. Давай-ка мы что-нибудь оденем. В принципе, шмотки великана неплохо. Да. Как же без зимнего-то биома, да? Чуваки подзаморожены. Тут туда тоже можно. Можно и так было подняться. Без всякой хуеты. Костер. Я вот не знаю, стоит ли его сжигать. Сильный яд. Насколько сильный. Но в лоб мне вряд ли дадут пройти, что-то мне сдается. Этой стороны не открыть. Ну да. Что пишут? Восслась солнце опять. Ну-ка, ну-ка. Дальний бой. Это не очень большая локация. Надеюсь, до конца стрима я успею. А сзади еще кто-то. О-о-о, вот этот, по-моему, сильным ядом, да, лупит? Так, от сильного яда. Есть у меня один могильничек. Вот этого. А то так можно и отъехать. Короче, красных больших с башками надо остерегаться. Вот этих вот.
Да ёб твою мать. Сучонок. У меня на всех вот этих ништяков-то не хватит. И по 3 осталось. Причем ядом заражает прям через щит. Я знаю, правильно я иду или нет. Нет. Ну, хоть что-нибудь найдем. Душа рыцарь. Хорошо. Опа. Кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй отсюда. Ну, короче, полувороны, полулюди. На горгуле они так себе похожи. Но агрится далеко. Так, тут бла-бла-бла. Все. Шли вниз. Как я сюда забирался? А вот. Ну, пристыло, насколько я заметил, босс несложный. Два прихлопа, три притопа и вся она дохла. Типа ситом, насколько я помню, что люди подольше сидят. Я уже прыгать хочу. О, какие крысы. Теперь белые. Я так понял, крысюки травят тоже, да? Как и белые, ой, как и черные. А с них типа человечность тоже должна фармиться. Походу следующий костер надо будет разжигать. MR.тостер. Воронолюди. Да, видимо, нормального хмурева бахнул медзики. Да, вот у него постоянно, он любитель, короче, миксовать с человекоподобными каких-нибудь ящериц, хуящериц. Так. Я вот что думаю. Хуй там, они не сгорают. Опять яд. Давай хотя бы их переебеним, чтобы один раз отравиться. А-та-та-та-та-та. Причем кто бы знал, то что ты прям должен этот кусок, ну, вот этой херни нафармить еще очень давно. Там, пусть не, пусть висит. Хотя... Вдруг я заново побегу. Может, там что-нибудь очень вкусное. Ну, типа бессмертие, знаешь. Какое-нибудь охуительное кольцо, чтобы не отъезжать с первого трая. О, ползут. Вовремя. Я уже что-то отвык немного с этими мобами бодаться. Мне надо туда, по мосту. MR.тостер. Щит когда улучшать будем? Хуй его знает. Надо бы. Для этого как бы все есть. Он куда попиздил. Угу. Да хуй ты до меня не можешь добраться. А, вот так вот он может добраться. Главное, он до меня может, а я до него походу нет.
Пока чит вполне по своей функциональности то он справляется. Удар держит. Его бы починить, конечно, не мешало. Так. По идее, надо вниз. Но дорога только вверх ведет. А, тут у нас красный мелок. Все, отпускаем цель. Она до меня сама доберется. Тихо, 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 тихо. Валим, валим, валим. Хиляем. Валим выше. Не знаю зачем, но почему-то все берут. Мелок красного знака. Мне вот на вот туда надо. Ищем, короче, способ спуститься. Я думаю, самый адекватный способ это просто ёбнуться. После присылы, короче, получается что? Нужно мочить DLC-шных бустов. Это у нас Манус, этот Арториас. Так, вот так я могу более безопасно. Ну да. Короче, рыцарь, дракон и какая-то хуепутала в виде беса. Это вот у нас три босса, которых надо обязательно завалить. Потом идти в ад. И там еще троих боссов захерачить. И все, и можно идти на финального. И как бы хэппи-энд. Знак возмездия. А костерка-то никакого. Подожди. Ну где-то же он должен быть. Типа короткий путь и все такое. Надо повнимательнее посмотреть. А то мне хуяли через всю локацию. Это же дичь какая. У меня тупо хилок не хватит. Точнее, ну... от яда. Ебать от этой. Кто-то вот, по-моему, по спидрану вот сюда падает. По-моему, так. Нет, вот сюда. Да, вот сюда они падают. И перекатываются в левую сторону. Я думаю, пора съебаться. Четыре фляги, так-то. Куда ебей, не хуй знает. Этот товарищ у нас ваншотит на ебическом расстоянии. Давай, добивай. Все, он отъехал. Только не говорите, что там второй. Будет нихуя не весит. Бля, ни костра, ничего нет. Ну, давай, я хер знает, давай здесь пробежаться поверху. Чтобы, наверное, упасть. Драконья чешуя. Я вот с помощью ее меч качал. Это хуйрага живая. Ну это дракон. Такой же. Их два.
Блять, ни костров, ничего нету. Ебись как хочешь. Не, возможно, он где-то и заныкан, но я его просто не замечаю. У меня типа три фляги на босса, которого я не знаю. Эта хрень тоже закрыта с другой типа стороны, ну или как-то каким-то механизмом. Где-то этот механизм искать. Я не знаю. Пойдем на шар. Угу. В принципе, локация пока не заканчивается. Это неплохо. Допустим. Пизду, я сейчас отъеду. Охуенно я попил. Я не предлагаю действовать здесь. Чё за шляпа? Пизда, вообще ничего нету. Ты хуяришь удар, тебе тут же прилетает еще 5. Ситуация, еп. Короче, буду жрать человечность. Другого выхода нет. Либо просто я сейчас вернусь заново. Давай, пользуем одну. У меня типа 12 хилок, короче. MR.toaster. Бомбы кидай. Точно. Точно, я про бомбы что-то, блядь, и не вспомнил. Надеюсь, попаду. Сюда, они не сюда, они ставятся вот сюда. Но я бомбами-то пользовался один раз. Надо же. Только одна. Хотя бы какая-нибудь падла на присуне. Ты смотри, какие уроды. Я так понимаю, придется заново бежать, да? Так. Одни бомбы закончились. Заебись. В натуре класса. У меня две черных. Ладно, хоть сколько-то я их положу. Вообще ничего. Вот так же гораздо удобнее. Да, много это гнида. Крови попила. Что еще? Еще, блядь. Я их хоть заметил, короче.
надо костер искать. Но это точно надо будет возжигать уже. Мне что-то казалось, эта локация гораздо меньше. Ух, все закрыто, ты смотри. Ладно, у меня много человечности, которая, в принципе, мне уже не пригодится. Что делать? Будем расходовать. Буду костер где-то там. Что очень на это похоже. Разогнался. Не, был бы развед, и я бы уже, наверное, пиздок нахватал бы. Так, давай-ка мы в обход. А тут упал, походу, да, чувак? Да, он, видимо, разогнался. Начал махать и ёбнулся. Если будет здесь какой-нибудь NPC, который качает щиты там, допустим, чего бы нет, я бы качался. По-моему, мне клад впереди. Пиромантия, кислотная струя. Что-то я уже подзапутался, где я был, где идет. Так, получается, я отсюда спустился, сразу пошел направо. Давай теперь вот эту сторону исследуем. Тоже как бы ходов хватает. Человечно. Килки подвезли. Тут может быть костер. Главное этих ребят вовремя ёбнуть. Пизда. Короче, какие-то катакомбы еще я попал. Ключ от пристройки. Какая-то из этих дверей является пристройкой. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо куда-то текать, хотя бы сожрать человечность. Блять. Сука, всю локацию заново.
Ебучий случай, а? Отлично. И да так, а, блядь, ты гений. Сейчас попробуем по-быстрому туда пробежать. Всю эту шелупонь. Сука, ну где-то же костер-то должен быть. МР. Тостер. Ну, значит, отправителей луком будешь убивать. Да ну. Это ёбнулся нужен. Скай догоняет. Так, отсюда. Сюда. Там отсюда вот сюда. Не вижу смысла сейчас всех мобов вырезать заново. Но есть вариант двери проверить. Не то. Блять, они снова тут. Охуеть. Куда это ведет? Понятно, это ведет к пиздюлям. Тут же травят. Ебануться. Бляха, я запутался, короче. Куда ж ты, блядь, стреляешь? Немного моя магия помогла. Может, стопудово жирный. Я его типа с лука не вынесу. Да хуй там мне не попасть еще. Да, я тут его до субботы буду стрелять. Ну, либо так чисто. На мужика. Блять, он еще живой. Наконец-то. Угольки мы. Значит, где-то должен быть NPC, который может делать оружие. А если оружие делать, то и, соответственно, щит можно улучшить. Надо вниз. Блин, там опять это чучело. Ну, он, конечно же, ко мне не подойдет просто так.
Короче. Блять. Где тут чё? Да, лучше огнем получить, чем ядом. Определенно. Так, я наконец-то выход нашел. Теперь надо ебашить туда, в катакомбы. Человечные душами восстанавливать. И тут ход наверху, блять, это очень большая лака. Причем спидранеры вообще по-резкому пробегают до прицелы, там у него просто буквально путь занимает. Любитель стримить игры. Hello, дружище Лёха. Здорово. Здорово, Дима. У него путь до прицелы что-то вообще там какую-то понты занимает, там пару минут. Ну, что, в принципе, говорить, если они на всю игру 3 часа тратят. Любитель стримить игру. Лайк прожал, братишка, в поддержку. Спасибо. Спасибо за лайкос, вот и душа. Какая-то хрень, которую надо купить. Блять. Надо вот ловить, короче, пока они так вот крутятся возле стены. Сколько их еще тут? 250, ну. Еще не видно нихуя. Эх. Не попал. Здесь не успел. MR.post. 3 часа это категория. А они того быстрее. Да, возможно, я точно не помню. Берегись справа. О, поймали мы этого гомика прямо тут. Тут что-то можно покрутить, что всем было заебись. Где-то вот тут. Что это такое? По-моему, спидранеры это не крутят. Я, короче, короткий путь открыл. Нет, это путь, короче говоря, к этому. К боссу. Значит, это обязательно надо делать. Теперь только надо выбраться отсюда. Давай-ка мы вот что сделаем. Мы человечность поставим в оружейку. Так. Вместо хилов, если что, заюзать. Строк не дают, поэтому приходится что выкручиваться так. Я думаю, сейчас и будут такие в основном локации. Чтоб ты бежал, блядь. У тебя не костер. Только чтоб ты умирал. Любитель стримить игры.
На этой неделе я не проходил и не стримил ничего. Носил квитанции за телефон. Ростелеком. Но в воскресенье хоть и для себя я прохожу игру Velvet Assassin 2009. В будущем хочу записать прохождение. Чё ты всю неделю квитанцию одну относил? Я вот как-то онлайн плачу. Одна фляга. Ладно, дотянем. Мне вот туда надо, короче, спускаться просто, да и все. И человечность будет. Если что, я ее на первом месте заюзаю. Бля, или поудобнее поставить. Тут никаких спусков, ничего, да? Так, давай мы ее переделаем. Мы вот на второй слот ее бахнем. Бам-бам. Ну и там потом. Так, не сюда. Подожди, а где же я тут только что спуск находил? Вот. Главное, короче, мимо этой черепахи нормально пробежать. Будет только в сторону. Куда? Если я не ошибаюсь, тут прямо по прямой. Прохождение без комментариев. Для такого стелс-экшена это будет топ. Нет, квитанции прибыли в субботу, а стримлю я только в выходные. Больше никак. Только 2 часа дня, а сейчас стримлю в неделю. Я понял тебя. Бывает что. Так, еще тут кто-то. Это что, мне в спину долбануть? И Хиды таков, конечно, постарался. Заебись. Так-то. Аж 4 вылезло. Еще и рыцарь. Хуй тебе на руль. Даже биться с ним там не буду. Не вижу смысла. Мне бы до этой падлы добежать. Там посмотрим. Так, присыла. Посмотрим, из чего сделано. Любитель стримить игры. Не 2 часа, ты? А 2 часа дня в ты неделю. Не из нас. Счет он не совсем правильно озвучен. Если ты по ошибке входишь в этот мир, ныряй обратно и поспеши домой. MR.toaster. Если ты ищешь ты меня, твои желания не имеют значения. Так, ну, ко мне как раз никто не заходит. 2 дня в неделю. Он не совсем правильно озвучен. Ну, бывает. Щит на вид из камня, а звук от него как от металла. Кстати, надо не забыть его починить. Дальше разговариваем с этой бабой, сейчас будет драка. Возвращайся обратно. Это мирная земля и жители добры, но тебе здесь не место. Прошу тебя, ныряй обратно и поспеши домой. А надо ее треснуть? Я вам дотрес. Не избежать зад. Это драки не избежать. Да давай, ёпта. Уходи на честный бой. Куда делась? Где она? Я ее типа не вижу. Замечательно.
есть один вариант. Блять, через стенку хуярит, твою мать. Все озвучивать тебе приходится, игролёха. С русской бы озвучкой тебе побольше что-нибудь. Так, 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 так. Блять. Не озвучивают игры у нас, к сожалению, от From Software. Поиграть охота. MR.toaster. Клёвый невидимый босс. Да, охуенно. Он тебя долбит, блять, только не знаешь, с какой стороны. Так вообще тогда ее заебень. Она хуяривает тебе кровотечение. Окей, у меня от этого есть кольцо. Но я ее не вижу. Значит, получается, она призрак. Возможно, надо юзать вот эту вот синюю руку, чтобы призраков видеть. Это как вариант. Возможно, не очень-то подходящий. Но теперь получается до нее гораздо меньше бежать. Да. Любитель стримить игры. Я слышал, эта игра выводит из себя людей. Нервничать очень заставляет. Да не только. Сейчас попробую кратковременное вот это проклятие херачить в нее. Блять, он догоняет. Эти в жопу херачат тут тоже. Так, пух. Юзаем. Надеюсь, у меня будет. Я ее увижу. Устанавливаем душу. Нет, я не вижу ее все равно. Где это, падла? Не сбежать. Зад. Роскошный вид. Бей хвост. Мне бы ее увидеть хотя бы. Потеря крови. У нее следы появляются. Либо какие-то кольца надо юзать. Давай посмотрим, что по кольцам есть. Два варианта. Либо кольца какие-то надо юзать. Либо смотреть по следам. Ушает сопротивление кровотечения. Вот. Как бы это кольцо мне пригодится уже. Повышает сопротивление проклятия. Кольцо укуса. Дай-ка почитаем. Одно из колец укуса, который заказал сэр Астер из Карима. Несмотря на кошмарные слухи о его создании, это кольцо незаменимо для снятия проклятия. Может быть. Может быть, только это кольцо и нужно надевать.
Короче, кроме кольца проклятия, я не вижу другого варика, походу. Вот, поспидранили туда. Ну еще как вариант единственный, ее запалить, потому что у нее следы остаются. Любитель стримить игры. Я помню, Леха как-то Devil May Cry 5 проходил и говорил тогда, что тебя попросили сыграть где-то там Деда Мороза. Ну уж Devil May Cry 5 и я бы сыграл, а не в эту игру. Кстати, у меня так и нет. Не позвали меня Деда Мороза тогда играть. Devil May Cry гораздо легче. Особенно пятый, кстати сказать. Бля, ну ладно. Пятый вообще там что-то проходится, по-моему, часов за 5, что ли. Так, я опять эту курву не вижу. Давай смотреть по следам. Любитель стримить игры. Легче интересно. Devil May Cry, это, знаешь, такая на любителя анимешная. Анимешная дрочилка. Тут дрочилка немножко в другом состоит. Короче, не кольцо. Если не кольцо, тогда как? Как ее заметить? Почему ее не видно? Тостер. Как босса зовут? Присыла. Любитель стримить игры. За кого лучше игралась, Леха, за Нира или за Вергилия? По-моему, в пятой части Вергилий это только DLC. В четвертой части, по-моему, тоже. Нет, в третьей. Короче, я за Вергилия вообще никогда не играл. Я тебе вот что скажу. За Нера там бежишь половину четвертой части, потом в обратку ты бежишь за Данте. Те же самые локации. В третьей части ты все время за Данте. В пятой части там получается у тебя Вергилий, это вот эти вот два чувака, который маг, по-моему, так маг, по-моему, это и есть Вергилий, распавшийся на два. Это такое там за Неру и за этого какого, за Данте играешь, еще за кого-то. Короче, там за Вергилия только DLC можно было ловать.
Короче, проклятие, вот это кольцо не работает. Кровотечение будет лучше с этой всей херней работать. Любитель стримить игры. За Данте точно. Он еще мотик вызывать умеет. Угу. Да, ты, по-моему, основную часть игры ты бежишь за Неро, у него там вместо руки механическая какая-то рука, короче, там. Её апгрейдишь. Чё-то такое. Вот на мне какой-то дебаф висит. Тостер. Пишут, она слаба к огню, поджигать ее надо, вроде как видно ее будет. Любитель стримить игры. Выглядишь уставшим от игры, Лёха, это видно. Надо думать, четвертую часть сижу. А, ладно, попробуем сейчас ее. У меня типа 4 выстрела огня. Это, кстати, не так уж и много. Сейчас еще попасть надо мне этим. МР. Тостер. Или выстрелить в нее стрелой, и будет видно стрелу. Сейчас попробую огнем запулить. Вон то падла. Во. МР. Тостер. А у YouTube? Все? Ну почему? Что ты ищешь? А вот и все. Рейлвай. Привет. Лайк с лету. Здорово, Кири. Двойная человечность, и в принципе больше ничего за ней не дали. Даже здоровье не потребовалось. Ну нормально. Легкий босс. Любитель стримить игры. Чё-то какая-то однообразная игра, я смотрю, ни о чем вообщем. И как ты решила в такое играть? Нет, тут очень интересный дизайн локаций, напоминающий Resident Evil. Первый, в принципе. Это культовая игрушка, между прочим. Ни о чем. Это вот DMC. Любитель стримить игры. Дела отлично. Привет, Кирюшенька. Кирюш. А дела отлично. Так, пока они стоят и не дергаются, пошел-ка я подальше от них. Кири Рейлвай. Я тоже Dark Souls не люблю. Его надо понять. Я так считаю. Когда втыкаешь, про что игра, у меня появляется... Очень... Любитель стримить игры, привет. Да хуя. Дюжи богатого контента. Так, где-то здесь еще, по-моему, проход был. Нет, он не тут. Но надо бы сохраниться. Надо сохраниться и текать на босса, который где-то. А вот и он. Но тут еще один босс. Любитель стримить игры. Ой, мы с Кирюша так похожи. Чему вы так похожи? Да, вот здесь босс еще один.
дивный капкан впереди. Роскошный вид впереди. Так, капкан или вид? Кирилл, а что у тебя не так с глазомером? Стреляю плоховато в шутерах. Сначала надругательство над богиней матерью, теперь кончился в клепе великого повелителя. Я Гвиндолин, темное солнце. Да постигнет тебя кара за твои прегрешения. По-моему, вообще босс сопливый. Валится что-то там. Любитель стримить. Главное добраться до нее. Как дела, Кириллка? Сегодня не стримишь, братан? Давай-ка притопим чуть-чуть. Накинемся от нее. За колонным. Ух. Кирилла и Лай. Сегодня отдыхаю. Мне похер, в принципе, на ее стрелы. А вот на это не похер. Неплохо. Любитель стримить игры. Кирилла не бухаю. MR.Toaster. Они странные, но прикольные. Это не надо главное. Начать на словах, не объяснить. Так, еще дальше. Причем я в него попал раз. Кирилл Айлай. Бухал несколько дней назад, культурно выпивал. Не, пизду, надо хилиться. А, плохо. Короче, я понял, что прикол этого босса. Главное вернуться от атаки. Поэтому добавим себе маневренность. И любитель стримить игры. А я вообще не пью. Я у Лёхи и Кири стримы люблю. Блять, ну естественно, у меня же игра на паузу-то не ставится, сука. Блять. Да хуй-то угадал. Слишком догнать ее. Кирилл Лай. Бля. Я до конца не успел. Ну, немного и... Ладно, я понял хотя бы, как эту шнягу проходить. А чё меня тут закинули? Нет хранительницы. Чебись. Так, а мне получается тогда вот сюда. Свой костер потух. Сюда геморрой. Лёха. Я до этого Гвиндолина хер знает сколько бегать. MR.Toaster. Уворачивайся. Так вот. Точную тактику я не сразу досямкал. Кирилл, тащи. Бля, это правда, что-то так далеко до него пердорить. Но сейчас посмотрим, короче говоря, как мост внизу. Это единственный момент, как туда пройти. Почему меня возле того костра не респавнили? Что за хрень? Что-то в последнее время с кострами какой-то геморрой. Понятно, ребята.
До свидания. Снова спидраним до босса. Тихо, 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 тихо. Любитель стримить игры. Он уже, Кирюха, от игры устал, это видно даже. Чё, денёк отдохнуть? Нормас. Так. Двоих мне этих чуваков тут не положили. Ну, хозяин. Там еще второй бежит, по-моему. Блять. Сука. Пизда, там где-то 80-ка душ проебалась. Все из-за ебаного костра. Нет ебаной хранительницы. mr.toaster. YouTube тормозной, когда много людей пишут. Ну, ему же получается через две проги надо прогнать через свою, потом на эти, как его, проверить на маты, хуяты и подобную херню, короче. Потом это все дело преобразовать в, ну, в конкретной программе, которой я пользуюсь. И потом вот как-то так. Неудивительно. Бля, ну может быть есть какой-то побыстрее это проход. Причем получается так, то что если я сейчас эту локацию не прохожу, то я типа в ней застрял. Этих гавриков нужно прямо здесь палить. Любитель стримить игры. Нам не нравится Dark Souls, а кому-то нравится Metal Gear 5. Мне вот очень зашел Metal Gear 5, ну вообще, я счастлив был его пройти. Я как-то начал проходить на этом, на эмуляторе первую часть Metal Gear. Так я ее до конца не дошел. Не знаю, не мое. Корзина, конечно, гелий, но не настолько. Блять, да вы ржете, что ли, ёбаный в рот. Это пиздец. Хуй с ними, с душами. Так. Человечность 4 штуки въебана. mr.toaster. Почти как спидранер. Только надо не вниз прыгать, а в бок на балкон. Я могу ёбнуться. Как раз мимо, поэтому в моем случае лучше не торопиться. Я вот что думаю, если меня протонули здесь вот, вот у этого костра, такое ощущение, то что локация работает через жопу. Может, я что-то не так сделал, либо я таким образом DLC запустил, не знаю, которая типа в разы усложняется. Любитель стримить игры. Эта игра из тебя, Лёха, все соки уже высосала, блин. Да нет, нормально. Я еще вне стрима мне лоба, типа пофармить дух. Если бы она мне сильно заебала, я бы ее просто больше не включал и все. Ну, типа, как нерабочий и тот же самый киберпанк. Любитель стримить игры. Кирилл, если игра не работает, дорогой, нахуй она мне надо. Но киберпанк уже починили, так что можно как-нибудь у него и полобать. Так, давай, не торопись.
Короче говоря, ждем. Минус чувак. Он сам решил покончить с собой. Видимо, осознал ошибки. Я знаю, что он спидранеры с этого угла прыгают. Но не будем рисковать. Спидранеров недалеко. Так, ждем. Вот отсюда спидранеры скачут. Дожидаемся. И. Любитель стримить игр. Лучше безопасно. Киберпанк, попробуй, бро. Ну, а чё её пробовать? Я уже не раз в неё проходил. Ну, то есть, проходил. Я уже как бы в неё играл. Так. Просто надо его взять, установить. Добить до конца. Любитель стримить. Так, это, блядь, Кирилл ушел, не попрощавшись. Ничего страшного. Так, значит, здесь надо дергать рычаг. Который опускает, по идее, вот этот мост. А он вообще поднимает почему-то. Серьезно? МР. Точка. Ебанутая была идея. Видел, что 2 часа назад было, когда в архиве бегал. Пизда, опять заново. Так. Ближайший костер вот там еще. Как раз при входе в архив. Это раз. Выйти из Анерлонда, это получается, можно по правую сторону. Но там площадь сена. Бля. Не, все, пизда. Можно сворачиваться. Потому что это... Я сейчас так и буду бегать. Подыхать на ровном месте. Надо немного отдохнуть. Ладно, ребят, давайте. Любитель стримить игры. Скоро Матрица 4 выходит. Думает, и как и я, надеется, что фильм будет топ. Жду-жду. Посмотрим. Надо мне сначала предыдущие части пересмотреть, кстати. Смотрел, по-моему, только первые полторы. Ну ладно. В принципе, что-то они там рассчитывают насчет GTA... Ой, тут Матрица. Игра по Матрице. Рассчитывают, чуть ли не GTA 6 будет клоном. Что-то в этом роде. Не знаю, это просто надо посмотреть новости по играм. Когда будет все норм. Ладно. Будем на этом стрим заканчивать. Этого Гвиндолина мне придется в любом случае завалить. Но просто в другой раз. Надо просто немножко отдохнуть. Вот этот вот бегание по книжкам, по библиотеке. Это, конечно, немножко мозги мне повыебило. А так... Два несложных, три несложных босса. Ничего страшного. Получается, впереди еще 6. Любитель стримить игры. Да, вы, Леха, удачи. Я неправильно посчитал. Впереди получается у нас 6 боссов. Там один со стороны, где я, получается, гидру первую убивал. Со стороны этого озера. Там вот 3 босса находятся. Почти. И 3 у нас в этом. Ну да, 6 или 7 боссов еще впереди. Так что как-то так. Вот. Ну, на данный момент надо пока от ДС-очки немножко отдохнуть. Поэтому. Завтра, короче, я думаю, если все норм, то завтра добиваем РДР. Потихонечку, помаленечку. Думаю, скоро он закончится.
Так что вот. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Всем удачи и...